Утро в санатории Мокша. Тишина, ни одна веточка не шелохнется. Голубая ель стоит. Ой, как красиво. Только далеко стучит дятел. Мордовия богата не только природой, но и своими знаменитыми людьми, среди которых писатели, краеведы, ученые, музыканты, художники, спортсмены, политические деятели. Вот эти лица. Патриарх Никон, адмирал Федор Ушаков, адмирал Семен Мордвинов. Государственный деятель Николай Мордвинов. Поэт Александр Полежаев. Поэт Николай Огарев. Художник Федот Сычков. Скульптор Степан Эрзя, Нефёдов. Космонавт Владимир Дежуров. Генерал-полковник Николай Антошкин. Маршал Сергей Храмеев. Генерал армии Максим Пуркаев. Летчик Михаил Девятаев. Офтальмолог Владимир Филатов. Певица Лидия Русланова. Просветитель Макар Евсевьев. Это спортсмены. Борец Алексей Мишин, гимнаст Алексей Немов, боксер Олег Маскаев. Государственный деятель Николай Меркушкин. Патриарх Кирилл Владимир Гундяев. Тоже мертвый. Тренер Шамиль Торпищев. Тренер Виктор Чугин. И тренер Леонид Аркаев. Thank you.
Мордовский санаторий Мокша. Среди сосен есть источники минеральной воды и чистейший белый снег. Все, хватит? Это наш обеденный зал. Здесь проходят ужины, завтраки, обеды. Вот такой вот большой довольно-таки зал. Дорогие зрители, а вот это блюдо называется подголь. Мордовская национальная кухня в виде больших пельменей из мяса. Попробуем. Запеканка из тыквы. Это суфле рыбное. Мордовская выпечка с начинкой. Зелье из теста. Вот, конечно. Очень простое. Родился сын, поцелуй меня, но в ту же ночь.
Я пила.